призвал меня. Бэтмен, ты должен прекратить целовать мужиков. Я никого не целовал. Ты что, не видел сегодняшний номер газеты «Готэм»? Ты там Джокера целуешь! Я не целовал его. Ты связал его, оставил для полиции и поцеловал его в рот! С языком! Бэтмен, теперь у всех есть камеры, тебе нельзя продолжать этого делать. Слушай, ты мне не босс. Мы поселили страх прямо во все сердца злодеев Готэма. Тем самым уровень преступности значительно упал. А если ты продолжишь целовать бандитов, они перестанут тебя уважать. И ты сотрешь все сделанное. Мне нужно целовать людей. Я не робот. Этот костюм скрывает во мне человека. Человека с гигантской внутренней дырой. Послушай, мы получили информацию, что женщина-кошка планирует ворваться в офис на высотном здании. Этой ночью. Покажись там. Я уверен, что там будет очень много фотожурналистов. Возьми поцелуй ее, а лучше поджимай ее груди. Это вернет все на свои места. Она мне не нравится. Она толстая. Ты поехавший! То есть, ты ведь это не серьезно? Разве ты не видел, как ее тело сжимает латексный костюм? Да парни с ума слетают, когда она входит! Но она не мой тип. А кто твой тип? Бэйн. Он такой большой, волосатый. Упс. Случайно уронил. Подними, если не сложно. Ты что, пялился на мой зад только что? Что? Нет. Так, верни мне это. Оно очень дорогое и опасное. Знаешь, я хочу, чтобы ты попытался дать отпор этому желанию делать то, что ты делаешь. Иначе ты разрушишь все наше дело. Поцелуй меня в жопу. Ладно. Это Playboy. Я хочу, чтобы ты взял и полистал его, хорошо? Где угодно. Дома, в спальне, в KFC. Возьми его. Навсегда. Бэтмен? There used to be a gray tower alone.